Hello and welcome to Russian Language Easy Learning. Listen to a sentence. Лучше иметь счастливую семью, чем много денег. Лучше иметь счастливую семью, чем много денег. Лучше. Лучше иметь. Иметь. Иметь is always followed by a noun in the accusative case. Счастливая семья. Счастливая семья. Счастливая семья. Счастливую семью. Иметь счастливую семью. Иметь счастливую семью. Чем? Чем? Лучше, чем? Лучше, чем? The comma before чем is compulsory. Много. Много. Много is always followed by a noun in the genitive case. Деньги. Денег. Деньги. Денег. Много денег. Много денег. How do you think? Лучше иметь счастливую семью или много денег? Лучше иметь счастливую семью или много денег?